Такая красота, детский самокатик. Неправильно, вообще неправильно здесь все собрано. Не работает передний тормоз, не работает задний тормоз. Опять же, вот просто собрано все вообще неправильно, либо эта запчасть сломанная. Сейчас буду разбирать и чинить. Качество, конечно, отвратительное. Пластиковое основание, тонкий металл. Обода, которые вообще под вибрейки не предназначены. Резинки, которые не тормозят. Спереди вообще их тут все выгибает и по-всякому, и по-разному. Эх, все это я разобрал, все это собрал. Тут восьмерку пытался править. Колесо просто по высоте. Смотрите, насколько. Прям чиркает. Прям вообще тут эти миллиметры ловите, чтобы не чиркало. Короче, жесть. Ну, вроде настроил, вроде работает. Но, блин, лучше такие вот... Не знаю, как он тут называется... Active Well, лучше такие не покупать, потому что это отстой.